С начальниками строительных участков, прорабами, руководителями подрядных организаций специалисты управления муниципального контроля провели информационную работу и вручили письма о соблюдении техники безопасности на стройплощадках не случайно. Ведь если краны падают, значит нет к процедуре установки специализированной техники должного контроля. На основании этого письма мы теперь обязаны провести внеплановый инструктаж по технике безопасности о соблюдении правил работы с кранами. Каждый сотрудник должен проходить технику безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте. И, соответственно, каждый квартал у нас проходит плановые и неплановые инструктажи по технике безопасности. От прохождения спецтехникой своевременного технического осмотра зависят жизни рабочих, жильцов соседних со стройками домов, случайных прохожих. Вся техника, которая здесь находится, имеет сертификацию. Которая была уже снята, тоже имела сюда сертификацию. Мы обязательно это все выполняем. Информационные письма вручены начальникам прорабам строительных участков на территории муниципального образования город-курорт Анапа.